Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. У нас сегодня по плану омоложение, омолаживающая медитация. Руководитель курса Константин Стефанский. Вы уже видите его на ваших экранах. Константина, рад приветствовать. Приветствую всех. Да, и урок называется «Крепление процессов омоложения и удлинение теломер». Скажите, насколько, вот как всегда, там, вначале там несколько теорий, теломеры, они, вообще-то говоря, все вот это же как бы не изучено, не исследовано, особенно только в последнее время это как-то было. Нет ли каких-то вариантов того, чтобы это могло бы, вот, что ли, искусственным образом мы берем, что-то удлиняем и так далее. Не повредит ли это нам? Нет. Карму какую-то Нет, судя. не принесет нам тяжелую, скажем. Нет. Нет? Нет. Дело в том, что в последнее время исследований в этой области довольно много. Результаты, которые получены, были впечатляют. И кроме того, были показаны интересные зависимости, что даже оказывается деструктивное мышление, например, циничная агрессивность, там целый ряд вот таких вот негативных видов поведения и мышления приводит к тому, что длина теломера сокращается. Как ни странно. То есть потом, значит, наоборот, если, как говорится, человек настроен на позитив, если он старается не видеть, замыкаться на негативе, если он старается преодолеть стресс активно, если он появляется, то длина теломеров увеличивается. И, в общем-то, зависимость продолжительности жизни от длины теломеров, ну, она напрямую зависит. Получается, что реально человек в состоянии увеличить продолжительность своей жизни за счет вот именно вот такого управления самим собой. Это впечатляет, откровенно сказать. Это дает большие надежды на движение вперед. Конечно, я не могу сказать, что этим можно абсолютно все сделать, хотя кто его знает. Но много что сделать можно. А, Константин, вот смотрите, еще там несколько лет назад, ну хоть и были исследования, но мы-то об этом не знали. Вот ученые, они там где-то себе в лаборатории исследуют уже там 100 лет, понимаете. Потом бах, и нам говорят. Но ведь еще несколько лет назад и как бы и были принципы другие, и медитации были другие. Какие результаты? Вот сейчас что, так это все резко начинаем процессы эти ускоряться. Ну, во-первых, когда провели вот эти широкие исследования, их опубликовали, вышла книга вот «Эффект теломер», которую написали, значит, в авторстве сама королева теломераза и женщина, которая занималась изучением влияния стрессовых ситуаций на человека, тоже кандидат, ну, психолог. Вот, поэтому стало просто это дело более известно. То есть был период, когда проводили сугубо научные эксперименты, накапливался материал, сейчас это объяснили, описали, теперь выдали, как говорится, для широкого пользования. И мало того, что получается, что эти исследования подтвердили влияние ряда духовных практик на продолжительность жизни человека. Вот что. То есть механизм. Мы знаем такие истории, что вот есть йоги, которые живут там 150 лет и больше, так скажем, считается. Было непонятно, как это может быть вообще. Простите, Оказывается, но все в такие, да, простите, но такие варианты связаны со многими другими факторами. И каким-то образом это местоположение в мире, ну, то бишь географическое положение, вот в таком-то месте, там, скажем, какое-то такое вот излучение, будем так говорить, там в провинции Гуанчжань, там что-то такое, там в Китае, там вот там понятно. люди живут, там где-то там по 120 лет, все без всяких удлинений теломераза. Причем, что самое Да. удивительное, они даже не смотрят наши программы, полагаю. Понимаете, пока еще. Естественно, Майк, Вы естественно. можете себе представить, если бы они смотрели наши программы, при всем том, что у них там географически присутствует, они бы тут вообще вещи были бы. Или, короче говоря, Естественно. или их нам, или нам к ним, или нас к ним. Вот как вы думаете? Ну, понятно.
Естественно, как говорится, механизм будет работать в любом случае, смотрят программы или нет. Если, как говорится, влияние вот этих вот их духовных практик приводит к тому, что теломеры удлиняются, соответственно, число деления клеток увеличивается, соответственно, клетки перестают стареть, соответственно, увеличивается продолжительность жизни. Вот и все. Нам это интересно. Вот. Чем это вызвано? Направленной медитацией, просто медитацией определенной. Даже человек может не осознавать этого. Делали вот определенные упражнения, не получали результат. Вот. Другое дело, что направлено это делать более эффективно, потому что цель такая стоит в конечном итоге. И она срабатывает. То есть влияние на подсознание, подсознание идет на управление дальше всем организмом, и дальше идет вот это вот восстановление длины теломера, удлинение их и поворот старения вспять. То есть конкретно авторы исследования, они и говорили о повороте старения в каком-то плане вспять. Вот. Поэтому все это работает, и на внешнем виде даже людей отражается. Ну, посмотреть на Ольгу, правда, она нам личико-то не открывает пока. Вот, так там. Ну, она стесняется, может быть. Да. Она просто не хочет других людей, она не то, что стесняется. А другие будут смотреть на нее и как-то завидовать даже, вот она чего стесняется. Ну, может быть, вполне может быть. Вот. Но дело в том, что те, кто занимается, должны были уже заметить вот эти изменения практически. Потому что в одной получилось, у другой получилось, в общем-то, получается. Значит, все идет нормально, процесс идет. Если будут регулярно потом выполнять эти упражнения, как говорится, следить за собой, то, как говорится, будет двигаться назад в молодость. Вы знаете, я вот сейчас смотрю на вас, я вижу, у вас темнеют волосы. Да. Вы тут с нами занимаетесь, а? Правда? Да, Майкл, я заметил это. Мне не показалось? Нет. Я об этом уже говорил, Кольц, до этого. Да. Тем более, что никакими красителями ничем это не пользуюсь. Само собой, разумеется. У меня вот пока не темнеют. Я, правда, не замечаю, у меня как бы там все. Ну, когда начнет там щетина расти на голове, тогда заметишь. А, вот о чем идет речь. Она, правда, растет, я ее каждый день брею, но тем не менее. Ну, это другое дело. Ну, это другая ситуация, да. Ну, хорошо. А вот вопрос такой, скажем, вот у нас вчера была открытая программа, и там вы упоминали Никола Теслу, который оттуда брал технологии. Послушайте, но ведь это же оттуда технологии. Они же технологии это того мира. А вот если мы сейчас туда, ну, кто-то может, вероятно, попадает, кто-то попадает, в строгом секрете держит, типа Ольги, понимаете. А вот если мы туда попадем и оттуда возьмем вот этот секрет, то как тогда это отразится на... Ну, это же не... Это искусственно получается? Как вы считаете? Майкл, замечательный вопрос, между прочим. Но дело в том, что, как говорится, само по себе влияние вот стресса и антистресса на длину теломер, влияние определенного питания тоже в организме на длину теломер, это не связано непосредственно с какой-то технологией, которую мы оттуда с будущего утащили. Это просто влияние вот тех факторов окружающей среды на длину теломера, на продолжительность жизни организма как такового. Поэтому тут нельзя сказать, что мы это дело оттуда утащили. Вот. Другое, тем более, что открытие это было сделано здесь, на Земле, насчет именно увеличения длины теломер под действием медитации. То есть я бы не сказал, что мы в данном случае взяли именно из будущего эту технологию. Другое дело, что всегда был большой соблазн. Понимаешь? Взять, например, попытаться подключиться к их системе сканирования, поддержания жизни физического тела, которое там имеет место быть. Вот оттуда бы взять и здесь подключиться. Но вот это уже будет действительно нарушение, понимаешь? Вот этот номер не пройдет. Хотя соблазн очень большой, потому что там они уже достигли бессмертия. Угу. Вот. Поэтому нам придется использовать то, что мы сами можем откопать, то, что мы, до чего мы сами можем дойти, вот это мы можем использовать. А уж то, что там, ну там, когда там будем, там и будем их применять. На всю катушку.
Ну, я имею в виду, когда там совсем будет. Понятно. Пока еще мы здесь. Константин, вот у нас Ольга спрашивает длину, вот, размеры, короче говоря. Вы знаете, я вот где-то слышишь, размер имеет значение, да? Размер, опять же, кто-то говорит, что не имеет значения. Ну, смотря какой, конечно, как, размер чего. Вот, ну, в данном случае Ольга спрашивает про длину своих теломер. Как их меряют? Сантиметр? Микрометр. Там, я не помню точно, там микронах, что ли, меряют, даже, может, чем меньше. Нет, дело в том, что я сейчас точную цифру не скажу, просто-напросто сейчас, в данный момент. Приводили длину теломеру этой Елизабет Пэриш. И там приводили, насколько она, как говорится, они удлинились. И вот это удлинение, которое там приведено вот именно в микронах, вот, оно соответствует, как говорится, омоложению на 20, там, почти до 25 лет. А как это увидеть? А как увидеть? Очень просто. Берут под микроскопом, смотрят длину хромосом, кольцевой отрезок теломера и меряют его. Ну, человек же не может посмотреть сам себе. Конечно, себя не может посмотреть, но это делают анализы специальные, смотрят длину теломера. Анализы? Да. Так. Вот нам бы еще лабораторию такую, как вы думаете, организовать? Ну, Майкл, дело в том, что если, как говорится, с кем-то связаться, с определенными людьми, которые этим занимаются, может, что-то и получится. Не знаю. Давайте мы свою сделаем Ольгу Пэриш. Да, мы, да. Мы уже сделали ее. Она уже вон, и так, как говорится, идет. У нее пошло все назад. Я знаю, но надо сделать достояние общественное.